Бензин потек, остановились. Боязно, как бы не взорвалось. Нет, тут нет. Давай, ведро-то можно отмыть. Трубки никакой нету. Там она. А что она бежит? Ведро подставь скорее. Она из этого бежит, из форсунки. Все вытекло. Форсунка, видимо, это идет. Да, вот она. Вот тут она. Тут лопина, да? Вот. Лопина, вот смотрите, вот лопина пошла. Вот она, лопина. Ну маленько подставьте или еще, чтобы не текло на землю-то. Да, да, я вижу. Да, лопина. Ага, лопина. Ну это значит, лопнула. Это... Остановить нельзя бензин-то? А там лопина. Там лопнула, лопнула. Ну чтоб не на землю, а как бы тебе стекал-то, обратно нальешь. Надо вот сюда что-то поставить. Вот сюда. Да там его немного, куда его? Лопнуло что? А, это фильтр получается, да? Микропулятор? Вот, вот это вот. Это фильтр, по-моему, вот здесь вот, да? А кто его делал, машину-то? Китай? Китай. Ну, вот так он делает их все. Да, это одноразовый. С расчетом, чтобы новые покупали. Ну да, это точно. Это карбюратор. Китайский ничего карбюратор, нельзя покупать. Да? Ну, вот если воздух, а перекрыть, это карбюратор. Перекрыть. Воздух и кран. Велосипед хватает на 100 метров только. Все, все перекрыл. Все. Надо было перекрыть. Кран надо было перекрыть. Ведро не попало? Нет. Нет, все, все, закрыли кран. Вон там приехали. Потеряевские стоят. Палатку раскинули, видать. Ну, мы можем откатить, если что. Молодцы. Мы им сказали, ловите рыбу. Вы потеряевские, вам можно на удочку, конечно. Ты ничего не успеешь, он у тебя возгорится. До нас дойдет. Бензины там масло. Катить только. Нейтральный ставь. Что же, дурачок я, кран не перекрыл. Ну да, я тоже. Еще теперь пешком? Ну что такое-то? Все, Игнатьич. Сейчас, как это построится? Видишь? Видишь? Да. Он что, карбюратор лопнул? Да, да, да. Это как же так, карбюратор лопнул? Я такого даже не слыхал никогда. Это металл такой, там у них металл тоненький совсем, китайский. А почему нельзя потолще сделать? Вот, спросите китайцев, почему они такие делают. Китай, почему так плохо делаете все? Китай, не отвечают? Китай, 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 да. Конечно, это все китайцы, это сейчас ничего не делают. Только собирают. Нарадуля, даже на 4 километра скорость и то не хочет вести. А Володя только что мне сказал, говорит, не хочешь ли порулить? Я нет. Я говорю, никогда не имел ни мопеда, ни мотоцикла, ни машины. Ничего никогда не было у меня. Велосипед. Ну, велосипеды были другие, не такие. О, опасная какая. А что такое? Железка торчит. Опасно. Надо кора выкопать. Опасно. Обожди, обожди. Выкопай, нож возьми, выкопать. Опасно. Да лопаты-то у нас нету. А наши не могут туда подойти, что ли? Или они купаются? Ну, там же можно сказать, что это вот я пришел. Вот это вот, это бывший лагерь стан, а сейчас там музей, комплекс.